Your turn to pick. Another and another! Что там у нас по пикам? Вот у меня Марта и Луна. Все это контрится Eternal Blade, в принципе. Против меня Бейн. Это неприятно, если он ультанет. Против меня Неруб одновременно с Бейном. Два моноберна. Но в принципе терпимо. Ну в принципе играбельно, если Пуджик будет хуками попадать, тут герои, понимаете, тут по меньшей мере 4 героя на хуке вообще подыхают с хуком. Приятно видеть тебя в хорошем настроении. И... Папаня, тебе пиздец. Вот это угроза на них выбрать. Марфа будет ебашить, интересно. Может быть, может быть. Thanks. Это было очень хорошо. Пуджик не даун, оказывается. Хотя обычно на пачках только дауны, странно. Well played. Кстати, этот фраг был обязательно получать, потому что я пропускаю крипов. Я пропускаю, ну, или два, или три крипа за этот фраг. Поэтому если я не получил бы фраг, это было бы минусово. Это было бы, ну, реально в минус. Называется бесполезный килл, когда керри не получает фраг, но пропускает крипов. То есть, вроде как сделали килл на лайне, а вроде как это абсолютно useless. Потому что, ну, керри в минусе. Это даже плохо, что сделали килл. Такое бывает. Типа, ну, это надо понимать всем игрокам на керри. Пишу вам гайд, блять, рассказываю, как надо играть. Иногда фраги в минус вам. Привет. Ты говорил, что тебе некуда тратить деньги, так купи нож в КС, очень крутая штука. Не буду покупать нож в КС, еще ебанутый, блядь, столько отдавать сабжи ни за что. Плюс ты курсишь, что в Стиме сабжи стоят не столько, сколько в реальной жизни. Well played. Пуджик хорошо играет, меня он радует. У него уже фаза, пизда на рубу. Блин. Best support ever. Да-да, я. Бля, Эмбер два раза фиданул Марте, пизда. Ёбаный даун, как это он делает? Вкусный телепорт. Есть хрона, попробуем? Конечно. Ну я не знаю, ты смотри, осторожно там. Ла-ла-ла-ла, на телепортах разъебут. Вот и сейчас мог поставить, ну ладно, хуй с ним. Если ты сейчас поставил, мы бы убили, вот, когда она подошла. А чё за хуйня нахуй он фидит? А чё за хуйня нахуй он фидит? 0-4? А чё это вообще такое? А я зарунил только что. Ошибка. Просто что, 4-0 Марта и 0-4 Эмбер? Ну, парни, я думал, это фривин будет, но это нихуя не фривин, это, блядь. Уже почти что фрилуз. Когда у тебя такой игрок в команде. Даже не знаю. Парни, а как в игре, когда чел на Эмбере просто фидит? 0-5-0, 5-0. Может он специально фидит? Я уже не знаю даже. У него даже сапога нету, алло. У него ботл... На... Фривин в скобочках фрилуз. Просто. Я не смог купить, это пизда. Это как? Я не смог купить.
Рубик не помог. А, так раз ДД. Найс, рофлы. Ладно, мы проебали. Не выиграть. Эмбер заруинил. Зря я начал новую игру. Еще как играть? По-моему, это уже не игра. Я уже что-то... Я потерял мораль. Я не знаю, как переиграть. Посмотрите на нее. Что? А как мне играть? Она даже тут... У нее вижен стоит. Уже негде фармить. Все, это уже минус мораль. Это конец. У нас руинер. Просто. Если морту прямо сейчас не убить, это конец. Я хз. Не, уже дозор. Не обайтить. Лучше помог. А, нет, это не игра. Так играть нельзя. Ну, так нельзя играть. Это, ну, это геймрунер в команде. Что поделать? Кстати, на ее итемы. Как я должен на морфе? Типа, там дезоль. Я перекачиваю силу, у меня броня в минус уходит. 7-0 просто. Что делать? Я должен ее или убить прямо сейчас, чтобы камбэкнуть, или это луз. Я не могу уже фармить, получается. Ну, вот и конец. Ну, блядь, это долбоёб, посмотрите на его итемы, он просто заронил игру. А я сейчас даже не знаю, что делать. Как морту остановить? С такими итемами. Мы не можем выиграть игру, посмотрите, у него 0-7. По-моему, он специально рунит. Огромная вероятность, что он специально зарунил. Нереально быть таким хуесосом, я в это не верю. Он типа гиперхуесос. А самое главное, вот, а как вообще, вот, если я хоть как-то попытаюсь подраться, я же тоже сдохну. Третий раз сдохну уже. Это вообще, и сплитпушить тоже не получится, на самом деле. Да поставь крона. Минус мораль идет жестко. Ты крона мог сразу поставить, но сори. Надо ждать. 10 лет. Я как только дошел, так и поставил. Ты хочешь сказать, я как только дошел до него, сразу поставил. Ты должен его сразу поставить, вот моментально, когда ты его увидел на сентри. Так я не доставал, алло. Что, блин, он несет? Не доставал он, блядь? Что он пиздит? Я же видел все. Только все. Какая-то пиздоболия уже пошла. Не доставал, лучше вообще не разговаривать. Кому он пиздит? Как там можно было не доставать? А что, на войне не играл? Все он доставал там. Пизде, пиздобол. Все он доставал. Я ее не коцаю, это лол. Моё! Не моё, лол. Не было стана. Да сделай что-то, блядь! Какой же трэш! Вот же кнопка была! Что у тебя мать сдохла, конченая шалава, блядь? Какой же уёбок, бля! И мне говорят, типа, что у этого чела, ну... Типа, я сейчас плохой человек, что я... Типа, ну, говорю, что у него мать, блядь. А кто у него мать, блядь? Посмотри, какая мразь конченая. Он же вообще конченый. Настолько сильно рунить игру, блядь. Он же специально рунит, он не может рунить так случайно. Я в это не верю. Вы уверены, что он, типа, ну, плохо сыграть решил? Как ты можешь так плохо играть? Это невозможно так плохо играть, он специально рунит. Это уже, ну, за пределами добра и зла. А, я умер. Ну, спасибо. А я свою смерть окупил? Лол. Если бы они курицу не нафидели, моя бы смерть была, ну, типа, хуёвая. Так я смерть свою окупил полностью. Для команды это, типа, не минус нихуя даже, то, что я умер. Типа, ну, они просто мою смерть окупили полностью. 1000 золота на команду, найс. Я закупил перед смертью. Считаю, что ничего не потеряли. Очень сложно выиграть. А, в принципе, это уже невозможно выиграть, да? Наконец. Эмбер же даже не дофает, он же АФК.
Да, нахер. Не заканчивают. Где помощь малейшая? Команда поможет. Так, я не могу играть, меня что-то не усмирали, это пиздец, я поплыл. Не могу играть. Все плохо делают. Я теперь тоже начал плохо играть. Меня плавит. Хз, меня плавит, я теряю концентрацию. Я не могу такие игры играть, когда геймруйнер, мне очень сложно сосредоточиться, потому что я чувствую, что мои усилия напрасны, и типа я начинаю плохо играть. Я только что реально плохо играл в этом замесе, я ничего толком не делал. Я вообще не понимаю, что происходит, я пытаюсь понять, что происходит в игре, я не могу понять. Типа мы что, ничего не делаем вообще? Правильно? Не могу играть. Не могу играть. Ладно. Я так не могу играть. Это хуёвые условия для игры. Нечестная игра. Твое желание, закон, сынок. Все, ББ мусор. Челику игру слили специально, типа, что-то там пишет и радуется, ебать. Собственно, так и проигрываю, но это невозможно играть. Минус концентрация, я не могу сосредоточиться. Я вижу, что у меня долбоёб геймруйнер, я не могу сосредоточиться. Я, бля, очень сложно. Минус концентрация. Какой интересно играть. Был хороший саппорт, было 4-0 в начале, и ОФК геймруйнер, ну. Кто бы сомневался. Он же типа вообще супер ужасен, он же руйнил максимально. Как он мог умирать, пока от Марты на Эмбере ебаном? Это, ну чё, это ж полный мусор. И тем более он, скорее всего, специально рунит, потому что, видите, у него победа, типа, попался за меня и проигрывает. Типа 0-7 фидит на миде, я должен в это поверить. Он скорее всего специально фидит. Как можно 0-7 иметь на миде против Марты? 0-7 на миде, он имеет 0-7, типа против Марты. Это ну, зачем играть? Откуда я знаю, что он не специально фидит? Я не могу сосредоточиться и нормально играть. Минус концентрация, минус игра. Я себя, ну... Типа, не могу вообще контролировать в такой игре.